Закончился почти недельный визит в Орловскую область отца Киприана. Менее известен он как Валерий Бурков. Служил в Афганистане авиаштурманом и авианаводчиком. Там подорвался на мине, потерял обе ноги, но, как Мересьев, вернулся в строй. Герой Советского Союза. Теперь уже священник в своей поездке в Орел встречался с патриотической общественностью и гражданскими активистами и заключенными местных колоний. Он посетил Ливны, Мценск, Болхов, Нарышкино, встретился с уполномоченным по правам человека, курсантами Академии ФСО, студентами УГУ и учениками 19-й гимназии. В своих беседах он рассказывал не только личную историю, но и говорил о любви к родине, человеку и всему живому. Отец Киприан признается, служение людям в монашестве сложнее, чем ратный труд на войне. И Господь сказал Адаму с Евой: вот не вкушай древо познать добра и зла, ибо в тот день, в который вкусишь, смертью да умрешь. А умерли в тот день? Нет. И даже вот истинной духовной смерти ее не произошло. Адам еще слышал Господа, он еще общался. Да мы сейчас в более худшем состоянии находимся, чем находился тогда Адам после греха. Смерти не произошло. И вот не сработал духовный закон только по милости Божией.